Ивановский дом национальности активизировал выставочную деятельность. Сразу три помещения в здании украсили картины художника Владимира Котина. В фойе первого и второго этажей, а также в выставочном зале десятки работ, которые мастер создал за последние годы. Любимые места для творчества – Дунилова, Суздаль, Плёс. В основном пейзажи я взял русские, вот средние полосы и цветы. Вот то, что мне последние годы нравилось рисовать, пейзаж, там вот, потом вот, цветы, вот это потянуло меня просто. Ну вот, а раньше я рисовал очень много на промышленную тему, путешествовал очень много на Дальний Восток, в Донбасс. Эти работы лишь малая часть того, что художник написал за долгие годы творчества. Имя Владимира Котина хорошо известно в нашей области. За создание серии картин «Текстильный край» мастер внесен в книгу почета города Иваново. На сегодняшний день более 200 произведений автора находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. Вот эта выставка как удивление, потому что сначала он хотел чисто японское сделать, это... Сейчас собрал то, что у него, я, казалось бы, самое лучшее. Хорошие работы. Как акварелист он очень красивый. Таких акварелистов у нас вообще мало в Иванове. Владимир Котин любит работать акварелью по сырой бумаге. Это непростая техника, но только так можно добиться особой мягкости мазка и глубины цвета. Такой метод акварельной живописи особенно хорош для создания пейзажей. Картины, написанные по сырому, выглядят очень правдоподобно. Ознакомиться с экспозицией можно будет в течение всего февраля. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.